специальности лечебное отделение, это увеличение бюджетных мест по лечебным отделам со 160 мест заболевших, мы предлагаем до 80 мест, увеличение количества целевых мест по специальности педиатрии с 70 мест до 100 мест. И по разработке новой системы оплаты труда мы планируем с учетом того, как ставится задача, чтобы оплатная часть достигала 55% изменения, в 2020 году эту работу завершить. Предлагается также завершить в рамках реализации послания президента по модернизации первичного звена развернутой сети фельдшерско-акушерских пунктов. И нам для этого нужно построить до 2024 года 24 ФАПа, капитальный ремонт произвести в 6 ФАПах.